Итак, пришло время познакомиться с нашей уткой. Некий мистер Дакман. Он в списке приглашенных на прием у мэра. Надо его похитить и привести в лабораторию. Вместо него к мэру поедешь ты, Си-Джей. Но как его похитить незаметно? Себастьян знает подробности. Я кое-что узнал о нем. У Дакмана есть одна большая слабость. Девки. Этот сукин сын ни одной юбки мимо не пропустит. На этом его и поймаем. Подсунем ему бабу, и когда он останется один, ты, Си-Джей, сделаешь дело. Удолжим шлюху Уиба. Пусть она дежурит на дороге. Это Дакман точно не пропустит. Скорее всего, он свернет в тихое место и выгонит водил ждать на улице. Это твой звездный час, Си-Джей. Уберешь водилу по-тихому, чтоб панику не поднял. Обойдешь машину сзади, но сам знаешь, что делать. Короче, хватайте Дакмана и езжайте в лабораторию. Поехали за шлюхой. Садись в машину, детка. Теперь забросим ее на позицию. А черт, еще одна шлюха. Как бы Дакман не перепутал. Си-Джей, убери ее. Только тихо. Найди тачку и найми ее, отвези подальше и грохни, суку. I know it seems bad, but it could be worse.
А вот и Дакман. Шлюха села в тачку. Все идет по плану. Вот оно. Убери водилу по-тихому. Теперь поехали к Тру.